Итак, предлагаю сыграть в демоническую рулетку. У меня в руках несколько конфет. А некоторые из них вкусные, а некоторые, возможно, не очень. И тут уже как повезет. Закрой глаза, протяни руку и выбери одну. Это типа как в Гарри Поттере? Так. Сюда. Так, хватай одну. Ешь. Давай. На камеру реакцию. Как вкусненько? Опиши, пожалуйста, вкус. Я облизнула яйца верблюда. Если бы верблюды несли яйца, это были бы они. Демоническая рулетка. Закрытыми глазами тяните одну конфету и кладите ее себе в рот. Может попасться невкусная. Окей, заебись. Там нет мяты? Не знаю. Ну ладно, если что, я умру. И ты давай, закрытыми глазами. Опишите ваши ощущения. Сладкий перец. Сладкий перец. А у тебя? Сладкий перец. Сладкий перец. Повезло. Итак, демоническая рулетка. Закрытыми глазами тянется одна конфета, может попасться невкусная. Что ж. А где хоть? Так. Доширак. Доширак? По-моему, да. Вкус доширака. Превосходно. Или мел. Или что? Или мел. Доширак. Что-то среднее между дошираком и мелом. Я плохо вкус определяю. Ну что ж.